Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Ингар Марина Алексеевна, президент Международной ассоциации ветеринаров и микробиологов. Сегодня на нашей площадке состоится онлайн-интенсив по теме ПЦР в лабораторной диагностике, метод и возможности его применения. Предлагаем вам очень полезное мероприятие с нашей точки зрения и у вас есть возможность, так сказать, вскочить в последний уходящий вагон, поскольку это мероприятие начнется уже совсем скоро, в 7 часов сегодня. Онлайн-интенсив даст понимание основ ПЦР-метода, станет отличной теоретической базой для тех, кто хочет сделать карьеру в диагностической лаборатории, станет готовой подробной инструкцией к действию для ветеринарного врача, для того, чтобы назначать ПЦР-анализы и любые другие, собственно, для того, чтобы понимать, в чем разница, что дает каждый метод. Научит также, как расшифровывать и применить ПЦР-результат в клинической практике на примере рассмотрения клинических случаев основных инфекционных болезней собак и кошек. Интенсив ведет Дарья Крылова, которая широко известна среди коллег, ветеринарных врачей, поскольку она довольно часто выступает на различных российских ветеринарных конференциях и конгрессах. Дарья Крылова является заводелом молекулярно-генетической диагностики независимой ветеринарной лаборатории «Поиск» города Санкт-Петербург. Она является специалистом международного уровня по диагностике инфекционных болезней, специализируется на диагностике инфекционных генетических заболеваний собак и кошек, диагностике новообразований с помощью методов молекулярной биологии. Прошла не одну стажировку в различных зарубежных лабораториях. Мы имеем довольно богатый опыт в лабораторной диагностике болезней животных и готовы им поделиться, говорит Дарья Крылова. Сегодняшний онлайн-интенсив будет полезен ветеринарным врачам, так как сегодня для того, чтобы разбираться в тех или иных явлениях, которые происходят с животными, важно понимать основы молекулярной биологии, понимать то, что происходит на микроуровне, так как клинические проявления – это обычно проявление того, что макси-проявление того, что происходит на микроуровне. Знание и понимание этих процессов даст вам значительное преимущество в квалифицированном лечении различных патологий. Также этот интенсив будет полезен для лабораторных работников. Им знание теории является базой для качественного проведения лабораторных исследований, а также обязательно для правильной интерпретации полученных результатов. Сегодняшний интенсив также будет не лишним для ветеринарных врачей, которые хотят стать лабораторным специалистом. Сочетание знаний ветеринарного врача и лабораторного специалиста даст и дает дополнительные преимущества проведения лабораторной диагностики на более высоком профессиональном уровне. Этот интенсив для вас, если вы ветврач общего профиля, начинающий ветврач, ветврач-лабораторный работник. Вы, так сказать, получите сегодняшний вебинар. Это многолетний опыт, практически за один час онлайн-интенсива. Секундочку. Если вы, предположим, не сможете
сразу быть на всем занятии, или захотите переслушать занятия, вы всегда можете это сделать позже, так как запись и интенсивы, и материалы к нему будут находиться в ваших личных кабинетах на нашей образовательной платформе, и их можно будет пересмотреть любое удобное для вас время. На интенсиве вы узнаете о теоретических основах ПЦР-метода, о применении, случаях применения ПЦР-метода. Также у вас разберетесь, в каких случаях нужно назначать ПЦР-диагностику, возможности и ограничения этого метода. Интерпретация полученных результатов тоже зачастую составляет проблему как у лабораторных специалистов, так и у клинических врачей. Сегодняшнее занятие как раз поможет в том, чтобы разобраться, как интерпретировать полученные результаты уже в клинике. На примере конкретных инфекционных заболеваний кошек и собак вы разберете алгоритм назначения лабораторных исследований. Приглашаем вас сегодня. Уже осталось буквально 2 часа до начала. Имейте в виду, что после оплаты интенсива вы получите ссылку на вебинарную комнату к себе на почту. В вашем распоряжении будет личный кабинет с записью вебинара, и вы всегда сможете пересмотреть его позже. Приглашаем еще раз на интенсив ПЦР в лабораторной диагностике, метод и возможность его применения. Ждем вас!